В 2023 году на территории Западно-Казахстанской области было зарегистрировано 490 фактов интернет-мошенничеств. В этой связи департамент полиции Западно-Казахстанской области просит жителей области быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. Не устанавливать программы удаленного доступа, такие как AnyDesk, HopTofEsk, RusDesk, TeamView, через которые мошенники похищают деньги. Также относительно новым видом мошенничества является рассылка с просьбой проголосовать за близкого родственника, который якобы участвует в конкурсе, со ссылкой на сторонний сайт с авторизацией. Также мошенники звонят представителями сотовой связи под предлогом перерегистрации абонентских номеров. Также сейчас очень много предложений от различных инвестиционных фондов, обещающих большие проценты, и немало тех, кто верит такой рекламе и остаются с миллионными кредитами. Еще один сравнительно недавний появившийся вид мошенничества касается представителей бизнеса. Мошенники предлагают индивидуальным предпринимателям заработать на аренде счета ИП. Также есть в интернете так называемые брачные аферисты, которые входят в доверие, затем сообщают, что хотят сделать дорогой подарок и просят оплатить пошлины. Напоминаем, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам и не требуют установить программу удаленного доступа. Если вам поступил такой звонок, немедленно положите трубку и сами позвоните в колл-центр или в полицию. Не верьте рекламе и обещаниям быстрого обогащения, не вкладывайте деньги в сомнительные фонды. Никому и никогда не сообщайте информацию о своих банковских картах, тем более не заполняйте реквизиты своих банковских карт на подозрительных сайтах. Будьте благоразумны и берегите себя. Если вам поступил подозрительный звонок или вы стали жертвой мошенников, незамедлительно звоните на телефон горячей линии Киберпол 92 1906 или мобильный телефон 8 771 249 57 59, либо 102. Также можете подписаться на Instagram Киберполис _ЗКО, где регулярно выходят информационные материалы по повышению правовой и финансовой грамотности.